Ребята, я вас всех рад приветствовать. Наступило лето, начали свою работу авторынки после длительного карантина. И мы сейчас поедем на киевский авторынок и посмотрим, что у нас там есть в ценовом диапазоне до 5000 долларов. Господа автобизнесмены, все в сборе. Салончик на ручке. Мазда 3950, второй год. Не знаю, багажник бачили, не бачили, це місце. Ну так, да, у них тут громадне. Вони у них тут громадне. Большие. Це машина сімейна, то якось потрібно було перевезти 21 квадрат паркета. І ще й пасажир сидів. Ну, вона вмістительна, так. Да. Шестой год. 5800. 284, да? Миганчик. Миганчик. В паспорте так и пишет. Миган станет. Ребята, если у вас заканчивается автоцивилка, полис ОСАГО, по-разному их называют, хочу вам напомнить о одном из самых дешевых методов получить ее вновь. Заходите на сайт Hotline Finance, ссылка будет под этим видео в описании. Здесь вводите параметры автомобиля, жмете «Рассчитать стоимость», и оно вам подтянет около 60 предложений ведущих страховых компаний Украины. Здесь вы просто выберете ту страховую компанию, которая вам по душе и условия которой вам подходят оптимальнее всего. Также здесь дешевле, потому что нет скрытых платежей, платы за офисы, и здесь вам никто не будет навязывать какие-то дополнительные опции. Вы все выберете здесь сами. Также вы получите скидку в 50 гривен уже перед покупкой, введя промокод рублев 50. Напоминаю, ссылка будет в описании под этим видео. Также промокод действует до 30 июня, не забудьте. Гольфик, прикольненький гольфик. 4900, 215 в пробеге. Первый год, да? Да. Первый год, детские такие прикольные кресла. Класс. И люк. И люк. Ключ уже такой идет. Обычно у них просто замок ставишь и крутилка. Да, конечно. 105-й год, автомат. Автомат. Лагуна. Ну, Мазда ж старая. Что, крылья пластик, да, здесь? Ну, пластмассовые, они ж на всех. Зараз підійдем до любого Рено, у них впереди
пластмассовое крыло. Меган возьмите, лагуну. Даже можете посидеть. Но действительно интересная, приятная. Есть на продаже, это приют корова. Это не там хозяйка, продавать ее. 5,399, 290 в пробеге, аудиуха, класс. Пробег оригинальный, салончик, только потолок перетянутый, потому что пробег. Салончик, потолок перетянутый, коврики оригинальные, сиденья варенье. Пресс-служба Киевпострансу, поезды. Так, а седухи тоже? Перетянутый только потолок, потому что провис. А ну сколько Фабия? 5,999, 7-й год. Да, цены кусаются. Кусаются. Ну вот, Ланос. Ланос. 300, 6-й год. 152 пробег. Фордик 5500, 4-й год, дизель. Велик 5500, 15-й год, 59 в пробеге. И салончик здесь. Сколько это? 3900, 6-й год, 177 пробег, газ. Лада. Три 105-й год. Миган. Сколько у нас Миган? 5900, 5-й год. Сенс 1.3. 4.950, 13-й год. 13-й год. Сто, 4-й год, бензин, гольфик, Такума, Такума. 4449.
Седьмой. Это понятное, да. Седьмой год. На ручке. Фокус. 5700, седьмой год. 134 пробега с бензин 1,6. 4,650, третий год. Да. Дизель, да, 2,2. Дизелек. Кожа. Шторки. Три триста восьмой, поляк. Нет, официально. Вот, гольфик 4800, первый год. Первый год 4800. Фокус. Фокус 4800, второй. Триста восьмой, 128 пробега. Ай, короче, давай. Фьюжн 5700, шестой год. 300 в пробеге. Мицубик Кольт 3900, четвертый. 3900, четвертый. Пять 308, да? Там есть заработок. Ец. Пятерочка, седьмой год, 169 пробеги.
Mitsubishi 4808 год. Добрый день. 90 пробег. Ребят, ну вы видели, извините там за картинку, возможно, потому что людей много, там протиснуться проблема, не то что снимать там. Ну, понимаете, то есть до 5 тут на Киевском рынке найти автомобиль еще проблема. А среди этих найти еще живой, это, наверное, не только вдвойне, втройне проблема.